Север – это, как помните, говорили, Стамбул – город контрастов, а север – это край контрастов. Вот смотрим направо, смотрите, какое лето, солнце, просто супер денек. Поворачиваем камеру просто тупо на 180 градусов, а там фигачит дождь, просто такой мощный дождь. И вот даже по воде видно, у нас тут штиль, над нами небо голубое. А вот там есть полоса, и там явно такой мощный ветер, ну такой, ну, конечно, не ураган, но волны там ого-го. А мы по границе, вот там повезло реально. Тут какие-то несчастные 500 метров, и там уже дождь. Вот там север. Что север живородящий делает?